Несмотря на визуальную схожесть с обычным футболом, пляжный кардинально отличается. Совершенно другие правила, отличаются от большого футбола и от мини-футбола. Здесь и вратарь играет очень много руками, большая, очень большая вратарская площадка. Мяч подкидывать, передачу, аут вводится как руками, так и ногами. Очень много отличий, это совершенно другой вид спорта. В связи с пандемией спартакиада была организована и проведена в довольно сжатые сроки. Провести все соревнования удалось в течение месяца. И вот самое время подводить итоги и награждать победителей. Поддержал спортсменов заместитель главы администрации городского округа Мытищи Сергей Науменков. Участие в таких дворовых спартакиадах, на мой взгляд, очень важно. Если молодой парень понимает, что это действительно его, он дальше развивается, и, возможно, он тоже рано или поздно станет профессиональным спортсменом, пройдя вот эту вот хорошую школу дворовых спартакиад. Победителем ежегодной летней спартакиады стала команда «Реальные кабаны», которая уже 3 года подряд удерживает первенство. Мы всю жизнь играем в футбол, там, хоккей, мы каждый день на турники ходим, мы каждый день спортом занимаемся, поэтому, наверное, и выигрываем. Я думаю, что у нас есть хорошая сменяемость поколения, есть более опытные ребята, более ребята молодые, которые тянутся за взрослыми. Смесь опыта и молодости помогает выигрывать нам спартакиаду. Ну, еще у нас одна из самых дружных команд. Вот и закончилась летняя спартакиада в городе Мытищи. Но это далеко не конец. Впереди у ребят новые свершения, но уже на школьном олимпе. Павел Тручуков, Олег Степанов, Первый Мытищинский.